обновленным, светлым. Именно таким Расторгуевский офис общей врачебной практики встретит своих пациентов. Капитальный ремонт, который длился полгода, закончен. Долгожданного события ждали все жители Расторгуевской части Видного. Именно они просили отремонтировать медицинское учреждение. Эта инициатива наша, конечно, была большая. Большая, да, но нам даже замминистра, я не помню, как его фамилия, даже сказал спасибо, что вы хлопочете за свой народ, переживаете. Был разодран линолеум, было плохое освещение, мы его пригласили. Это вот было года полтора назад. Он приехал со своими тоже вот специалистами, докторами. И вот тут же, буквально в течение недели, не больше, нам поставили заплатку, мы уже не запинались на этом линолеуме, освещение наладили. И тут же он сказал, что да, сейчас вот это мы подправим, но ремонт, основательный ремонт будет сделан. И вот, пожалуйста, мы сегодня открываем после хорошего, замечательного ремонта. Учреждение было открыто еще в начале 70-х, но такой масштабный ремонт благодаря государственной программе Московской области по модернизации первичного звена здравоохранения провели впервые. Ну, поликлиника нужна. Жители Расторгуева территориально и географически отделены от города. Людям надо добираться на двух автобусах, поэтому она здесь в свое время была организована. Ну, состояние было такое плачевное. Оно в старом здании находилось, деревянном. Благодаря вот финансированию, в большей степени областному, поликлиника была переоборудована. Надо отметить, что модернизировано не только само здание, обещают улучшить и обслуживание. Здесь и врачи общей практики, это и терапевты, и педиатры. Также у нас здесь дневной стационар. Также у нас здесь берутся все анализы, которые необходимы, ЭКГ в том числе. Ну и, безусловно, мы будем продолжать эту практику с выездом узких специалистов. Все ремонты, они сопровождаются заменой мебели и необходимым оборудованием. Все происходит. Единственное, что иногда это происходит поэтапно. Вот, но, безусловно, этот офис врачебной практики, он имеет большое значение для местных жителей. И, соответственно, мы реагируем на их вопросы, на их потребности. И, безусловно, и наполняем и специалистами, и оборудованием тоже. К Расторгуевскому офису прикреплено порядка 12 тысяч жителей. В смену медицинские работники могут принять до 50 человек. Первые пациенты придут уже завтра. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.